Волонтерами не рождаются, ими становятся по велению души. В преддверии Международного дня добровольца глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился со студентами Московского областного медицинского колледжа. В городском округе Люберцы более 300 студентов медицинского колледжа находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый день они помогают спасать жизни людей, оказывают им всестороннюю поддержку. Для всех мечты детские сбываются. Но вы именно та категория, я вам скажу, наших сограждан, значит, именно, наверное, в целом людей, чья детская мечта сбылась. Дарья Малафейкина с детства мечтает стать медицинской сестрой хирургического отделения. Волонтерством занимается со второго курса. Вместе с другими студентами девушка помогала и до сих пор помогает лечебно-профилактическим учреждениям «Люберец». Медики, они просто не справляются с таким объемом работы самостоятельно, потому что людей приходит очень много на вакцинацию, и чисто физически все это в день в день успеть они просто не могут, поэтому они призвали нас на помощь в поликлинике. От этой помощи становится на душе еще легче от того, что ты приносишь пользу. За чашкой чая глава округа пообщался со студентами и ответил на их вопросы. В заключение встречи Владимир Ружицкий вручил студентам-активистам благодарственные письма и памятные подарки. Чтобы совершать добрые поступки, не обязательно быть студентом медицинского колледжа. Волонтером может стать каждый. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.